наш век социальных сетей и цифровых фотографий у многих появляется возможность стать частью глянцевого мира. На эту тему и одноименный проект с участием команды стилистов, фотографа, а также реальных девушек, жительниц Челябинска, которые погружаются в творческий процесс фэшн-съемки. Мы захотели, чтобы наши девушки почувствовали себя моделями на обложке глянцевого журнала. И отсюда наше название, отсюда сама идея, мы продумываем все до мелочей. Такая очень мощная, комплексная командная работа. Мы очень рады то, что многие участницы идут к нам по второму разу участвовать. То есть это говорит о том, что результат действительно их удивил, как-то потряс, может, взбудоражил на что-то новое. Они прям стремятся, сразу бронируют места и участвовать. Терпение и выносливость – качества, которые важны для модели не меньше, чем внешние данные. Даже 30-градусная жара не помешала участницам проекта «Глянец» достойно справиться с поставленными задачами. Стильную непринужденность загородной жизни воплотили в легких фактурах, естественных укладках и мейкапах. В основном все-таки акцент идет на человеке, нежели на одежде. То есть у нас акцент больше на какой-то чувственности образа. То есть это все как бы все должно сложиться в единый пазл. В целом образ нам нужен максимально приближенный к естественности. И не хочется ничем перегружать ни волосы, ни лицо нашей модели. И очень актуальны нынче серферские локоны, так называемые. Эффект девушки, которая искупалась, вышла из воды, и соленый морской воздух сделал легкие-легкие локоны, легкие волны на волосах. Это достаточно нетрудоемкая укладка, не требующая особых там навыков каких-то, и эффектная. Задача довольно сложная. Нужно создать минимальным количеством средств идеальный тон. При этом он должен быть легкий, но все дефекты, какие-то мелкие изъяны, они должны быть перекрыты. Оставляем грамотные акценты, правильные на лице, и тогда образ будет идеален. Проект «Глянец» стал для некоторых участниц возможностью переключиться, оторваться от реальной жизни и посмотреть на себя красивую и уверенную со стороны.